Грант в размере 300 тысяч рублей вручил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий индивидуальному предпринимателю Алексею Гришаеву. Денежные средства выделены для реализации инвестиционного проекта по созданию детского оздоровительного центра с бассейном. Специальные меры поддержки для начинающих бизнесменов действуют в городском округе с 2016 года. Гранты предоставляются предпринимателям, которые реализуют инвестиционные проекты в различных сферах. Создание домашних детских садов, детских развивающих центров, предоставление информационных и бытовых услуг, а также ремесленничество и ремонта жилых помещений. Денежные средства можно использовать на ремонт, оплату аренды или приобретение оборудования. В 2016 году на эти цели были направлены 2,9 миллионов рублей. Мы поддержали трех предпринимателей начинающих. В 2017 году на эти мероприятия предусмотрено 4,7 миллионов рублей. Заявки принимаются до 15 ноября 2017 года. Луиза Егязарян, Дмитрий Шарапов, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.